Друзья мои, всех приветствую! Вы снова на канале Adams Channel, и сегодня у нас видео будет не про заработок в интернете. Сегодня я вам расскажу про очень хорошую, интересную программу Aura. Значит, у меня есть на канале плейлист. Вот я его сделал когда-то, этот плейлист. И там всего три видео. Называется «Полезные и интересные программы». Значит, данное видео будет этой категории, то есть этой рубрики. Вот здесь у меня есть три видео, как быстро очистить Windows от мусора. Это программа CCleaner. Далее обзор программы для чтения электронных книг iScreen и Book Reader. И скринмейт для Windows. Друзья, это такое небольшое вступление для тех подписчиков, которые, возможно, не в курсе, что у меня есть еще вот такой плейлист. Вот. И вот, пожалуйста, заходите, смотрите. Если вам эта тема интересна, здесь вы найдете для себя, возможно, что-то новое. Вот, значит, буду я снимать видеоролики на данную тему, то есть полезные и интересные программы. Также вы можете сами мне предлагать в комментариях какие-то обзоры на программы. Желательно, чтобы эти программы были бесплатными. Итак, сегодня речь пойдет о программе Aura. Возможно, вы с ней знакомы, возможно, нет. Что это такое? Значит, это программа, ребята, которая работает в трее, то есть рядом с часами, где у вас находится панель задач. Данная программа, ребята, она создает звуковой ландшафт или звуковой фон. Причем это звуковая атмосфера леса. То есть здесь вы будете слышать только звуки леса. Звуки природного происхождения, то есть это звуки животных, звуки не... То есть живой природы, да, и неживой природы. То есть это звуки воды, звуки дождя, ветра, подобные, значит, звуки вы будете слышать в этой программе. Вот посмотрите, как сами позиционируют, как сами описывают свою программу разработчики. Звуковая атмосфера леса дневного и ночного. Когда вы включаете программу днем, то вы будете слышать звуки дневного леса. Когда вы программу включаете вечером и ночью, то вы будете слушать звуки, соответственно, ночного леса. Что создает эффект такого как бы присутствия? Как будто вы сами находитесь в этой атмосфере, находитесь в лесу, слышите эти звуки. И, естественно, расслабляйтесь. То есть эта программа настроена на то, чтобы расслабить вас, чтобы вы успокоились, умиротворились, отдохнули от тяжелого рабочего дня. И почувствовали себя наедине с природой. Прочитаем еще одно описание. Программа показывает свой значок рядом с системными часами и воспроизводит реальные божественные звуки девственного леса. Достаточно одного щелчка по значку, чтобы выключить или включить воспроизведение. Щелчком правой кнопки мыши вызывается пульт управления. Мы с вами это все подробно рассмотрим. Ауру дневного леса и ауру вечернего леса или ночного леса. Это вот интерфейс программы. Значит, данная программа, ребята, она работает на Windows, на macOS и Linux. Естественно, я буду вам показывать на примере Windows. Значит, на сегодняшний день у нас есть версия 2.8.7.204. Программа абсолютно бесплатная, распространяется свободно, причем она бесплатна как для некоммерческих целей, так и для коммерческих целей. Встроены языки русский, белорусский, украинский, болгарский, ну и так далее. Даже японский и корейский есть, видите. Значит, что нам необходимо сделать, чтобы запустить эту замечательную программу? Естественно, надо скачать инсталляционный файл. Вот здесь у нас внизу есть «Скачать», полнозвуковая версия. Весит она немного, всего, видите, 195 мегабайт. И чтобы ее скачать, вы нажимаете либо сюда, без разницы. Хотя я рекомендую скачивать именно с основного сайта, то есть с официального сайта. Видите, когда я навожу курсор сюда, то это ссылочка скачивания с основного сайта, а это ссылка скачивания с депозит файла. А, ну, знаете, что такое депозит файла? Это файлообменник. Там файлы качаются медленно, если вы на бесплатном тарифе. Если на платном, то быстро. Но зачем скачивать или платить деньги за то, что можно скачать бесплатно с официального же сайта?
Так что нажимаем сюда. Итак, открывается окно для сохранения, ребята. Я вот выбрал рабочий стол, чтобы было наглядно. И нажимаю кнопку «Сохранить». Но я сейчас сохранять не буду, так как у меня этот файл уже есть. Значит, обратите внимание, когда вы скачиваете файл, он у вас в формате zip. Если у вас каким-то странным образом нету программы RAR, WinRAR, или zip, или 7zip, то рекомендую скачать эту программу. Можете посмотреть в интернете, есть очень много обзоров о том, как скачивать WinRAR, WinZip, 7Z и так далее. Итак, что мы делаем дальше? Значит, мы открываем zip-файл двойным нажатием левой кнопки мыши. Из этих трех файлов мы берем файл, вот этот exe-шный файл, application 3. Что мы делаем? Мы просто берем его и переносим куда-то. Например, я переношу в ту же папку, где находится этот zip. Вы можете его перенести на рабочий стол, на диск D, E, на флешку, куда хотите. Желательно, чтобы этот файл потом вы где-то сохранили, что в случае чего у вас был этот файл, и, например, на новой системе операционной вы смогли запустить этот файл и снова наслаждаться этой программой. Ну что ж, теперь приступаем к инсталляции. Нажимаем еще раз двойным щелчком мыши на файл, и у нас происходит инсталляция. Я на данный момент эту программу со своего компа удалил, чтобы вам продемонстрировать инсталляцию. Итак, подготовка к установке программы Aura. Лицензионное соглашение с конечным пользователем на использование программного обеспечения. Оставите сюда галочку. Нажимайте «Далее». Поместить ярлык для запуска программы на рабочий стол. Это, конечно, по желанию. Пусть стоит. Следующее. Запустить программу по окончании ее установки. Нет, не надо нам запускать. И, наконец, папка, куда будет установлена программа. Ребята, вы можете ее установить как на системный диск, то есть на диск C, так и на другие локальные диски. Нажимаем «Далее». Устанавливаются файлы. Итак, ребята, программа установлена на ваш компьютер. Установлена программа Aura 287204, звуковая атмосфера леса. Нажимаем «Ок». Все, программа, ребята, установлена. И вот на рабочем столе у нас появился значок для запуска этой программы. Давайте нажмем на него два раза. И вот, пожалуйста... Ой, что это такое? Голос у меня какой-то... Это явно из-за программы, ребята. Я прошу прощения. Я не ожидал, что так будет. Не знаю, как это сейчас настроить. Так, значит, смотрите, ребята. Что мы имеем с вами после того, как запустили программу? Вот здесь, видите, появился значок. Это значок программы записи видео. Это значок самой программы Aura. Значит, чтобы запустить интерфейс этой программы, нажимаем правую кнопку мыши на ней и выбираем пульт управления. Вот так выглядит, ребята, пульт управления. Это то же, что и здесь вот мы видели. Давайте-ка вначале все-таки я посмотрю, можно ли настроить свой голос. Раз. Да, видите, да, вот я выключил звучание, и я сейчас вроде как нормально говорю, без эхо, без задержки звука. Но когда включается программа, я сам тоже попадаю в эту вот атмосферу леса. Так, ребята, значит, все-таки придется мне с таким голосом продолжать. Так что прошу прощения. Думаю, вы понимаете, что я говорю. Итак, давайте я помолчу, и вы прислушайтесь. Вы слышите звуки птиц? Слева. Справа. И слышите ручей. Вот благодаря вот этим вот галочкам вы можете сами настраивать те элементы звукового источника, которые хотите слышать. Например, ручей. Я могу его выключить, и ручей пропал. Дождь с грозой. Вы можете выставить, например, частоту появления этого дождя очень редко. Можете поставить очень часто или бесконечно, и у вас будет постоянно лить дождь. Активность птиц. Дятлы, грачи, вороны. И кроме основных звуков, которые есть в программе, вы можете также назначить свою звуковую папку, то есть свои звуковые файлы, чтобы данная программа проигрывала. Делается тоже очень просто. Вы ставите галочку, вот где звуковая папка.
Вот. Затем нажимаете вот на эти три точечки. И у вас появляется вот так обзор папок. Вы выбираете ту папку, где находятся эти звуковые файлы, которые вы хотите проигрывать. И нажимаете ОК. Далее вы можете поставить проигрывание музыки. То есть в процессе работы этой программы будет периодически проигрываться музыка, встроенная в эту программу. Вот, вы можете выбрать инструмент. Гитара, гармонь, флейта и также звуковая папка. То есть назначить свои музыкальные файлы. Поставить также частоту. Очень редко, не часто, часто, очень часто. Так. Далее у нас идет автостарт с Windows. То есть, если вы хотите, чтобы программа постоянно загружалась вместе с запуском компьютера, то ставите галочку, соответственно, сюда. Далее у нас есть такая галочка, как смена аура. Это значит, что аура будет меняться с изменением времени суток в том местоположении, где вы находитесь. То есть днем вы будете слышать, как я уже говорил, дневную ауру, вечером вы будете слышать вечернюю ауру. Если же вы эту галочку снимете, то тогда у вас будет стандартно звучать та аура, которую вы выберете. То есть либо дневная аура, видите, лес дневной, либо ночной. Но я, конечно, предпочитаю, чтобы было все реалистично, и я оставлю смену ауры. Также вы можете более детально настроить, когда, например, начинается дневная аура, да, вот 7.27, рассвет сегодня, и когда начинается вечерняя аура. Вот. Ну, это уже такие очень детальные настройки, вы уже сами посмотрите. Также, ребята, есть будильник. То есть вы можете назначить будильник, файл, встроенные звуки и назначить время. Так, идем дальше. Время замолкания. То есть, когда вы захотите, чтобы данная программа замолчала. Тоже устанавливаете время. Ежечасные звуки. Если хотите, чтобы каждый час программа оповещала вам, что вот час прошел. Далее у нас есть ветер, близкие пролеты, имеется в виду птиц, кукушки, кузнечики и вот кнопочка дождя. То есть, если вы хотите добавить дождя в вашу звуковую атмосферу, нажимаете кнопку дождя и прислушайтесь, пошел дождь. Пожалуйста. Очень все реалистично, ребята. Рекомендую эту программу. Далее у нас есть еще компрессия звука. Ну, это по желанию. То есть и тихие, и громкие звуки будут звучать на одном уровне громкости. Это при желании. Лично я этого делать не буду, потому что есть и тихие звуки, и громкие. И в этом есть динамика. Ну что ж, вот мы с вами и рассмотрели ауру дневного леса. Теперь давайте переключимся на ночной лес. Для этого вы просто нажимаете вот сюда. И выбирайте лес ночной. Итак, друзья, мы переключились на ночной лес. Значит, у нас есть звуки ручья, дождь с грозой, также частота, костер. Вот костер – это особенность ночного леса. Вот, видите, у меня сразу сменился ночной лес на дневной, потому что у меня стоит смена аур. Давайте я смену аур выключу и снова установлю ночной. Теперь уже вот этого перехода на дневной лес не будет. Итак, значит, особенность ночного леса – это костер, это значит громкость костра, это громкость костра, а это мало, умеренный костер, средний костер и вот такой большой, объемный костер. Следующая особенность – это другие птицы, да, ночью у нас другие птицы, ночью и вечером. Это выпи и совы, звери. Тоже, видите, при наводке курсора появляется вот этот выпадающий список, где вы можете выбрать частоту появления этих звуков, проигрывания этих звуков. Также звуковая папка, музыка, автостарт с Windows, ну здесь все то же самое. И еще соловьи, лягушки, близкие пролеты, ветер, ежечасные звуки. То есть все то же самое. Если у вас в компьютере установлено несколько звуковых карт, вы можете выбрать вот здесь внизу, когда наводите курсор вот на используемое звуковое устройство, можете выбрать, здесь вы можете выбрать нужную вам звуковую карту. Так, значит, чтобы скрыть эту панельку, вы просто нажимаете вот сюда, минус. Также правой кнопкой мыши на иконке трей вы можете тоже переключиться лес дневной и лес ночной, добавить дождя и выключить звук.
Также вы можете назначить системные клавиши управления, то есть Short Key, информация, интернет-обновление, пульт управления и выход. Ну ладно, ребята, давайте я сейчас выключу звук, вот, чтобы без эха говорил, все было нормально. Я вам покажу еще кое-что касательно этой программы. Итак, ребята, если вам этих звуков недостаточно, которые есть в программе, вы можете установить дополнительные звуки с официального сайта разработчика. Вот, дополнительные пользовательские звуки природы. Но все эти файлы находятся на файлообменнике deposit file. То есть вы нажимаете, открывается у вас вкладка, переходите туда, открывается у вас deposit files, вот, и нажимаете либо обычное скачивание, это бесплатно, но это будет долго. И обратите внимание на размер файла. Ну и gold скачивание это уже платное. Платно, но быстро. Пока недостатка звуков я еще не испытываю, так что мне еще вот это все не надо. Ну, вы же при желании можете сами посмотреть. Также на сайте можете найти разные вот пейзажи, живые существа, растения. Вот такая вот замечательная программа, друзья. Рекомендую. Я ссылочку на данный сайт оставлю в описании под видео. Переходите, скачивайте, устанавливайте и наслаждайтесь природными звуками дневного и ночного леса. На этом все, друзья. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Как я уже вначале сказал, предлагайте свои темы на обзоры различных полезных, интересных программ и желательно бесплатных. Еще раз всем большое спасибо. Будьте здоровы, не болейте. До новых встреч!